Участие в дискуссии приняли вице-премьер России Ольга Голодец и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев заметил, что на Кубани существует нехватка подготовленных кадров в области агропромышленного комплекса и курортной отрасли. Для успешной экономики необходимо повышать престиж рабочих профессий. Сегодня молодежь снова должна поверить в то, что рабочий или просто специалист без даже высшего образования, он очень востребован в реальном секторе экономики и высокооплачиваемый специалист. Вот в чем вопрос. А сегодня как бы то традиционное мнение о том, что диплом о высшем образовании позволяет тебе решить все проблемы в жизни, конечно, еще устойчиво. Поэтому мы должны развернуть эту психологию, и диплом профессионально-технического училища, диплом колледжа позволяет тебе в жизни быть устойчивым и успешным. Вот что очень важно сегодня. Молодежь должна снова поверить в то, что быть поваром, быть механизатором, быть водителем трактора, быть водителем комбайна, то есть это тоже престижно. Современный рынок труда быстро трансформируется, и специалистам всех возрастов важно адаптироваться к новым условиям. Говорили и о том, что в России необходимо развивать систему непрерывного образования для тех, кому за 30.